Я вам передать не могу, просто словами не передать, насколько они мягкие, насколько они удобные, насколько они просто великолепнейшие. Это последние наши новинки, мы получили вот такие шикарные сабы с закрытым мысочком по материалу натуральная кожа. Смотрите, девочки, кожа она здесь, так, вот смотрите, она прям такая плотненькая, но она мягкая-мягкая, просто до неприличия, стелька, она целиком прошита. Вы посмотрите, вот здесь амортизация какая идеальнейшая. Вот, у меня нога в них просто, смотрите, она вот что утворяет, она просто как на батуте, мягчайшая. Сама по себе кожа мягкая, стелька сама по себе мягкая. Далее, подошва хорошая, гнется. И что мне в них еще нравится? Вот смотрите. Так, ну давайте про размер. У меня девятка, пятка на месте, первый палец на месте. Сразу говорю, обращаю ваше внимание, что палец вот так вот, он не может выйти, вот, он всегда вот здесь, поэтому не будет у вас такого, что у вас пальцы в растопырку во все стороны, нет, они четко здесь закрытые. У меня здесь 22, здесь 22, вот здесь у меня такое, в принципе, нормальное прилегание, а вот здесь их можно всегда отрегулировать на более широкую, на более узкую ногу. Вот сейчас я их по себе отрегулировала, они на мне сели просто как заиньки, вот здесь, вот эта модель мне подходит, но также на шире ножку они сядут безупречно, за счет мягкости кожи, боже мой, здесь кожа просто прелестнейшая. Ну и за счет того, что их всегда можно отрегулировать по подъему. Стоимость у этих потрясающих, шикарных саба 6400, размерная сетка с 36 по 40. Цвет обалденный в этом году, ну, девочки знают, да, металл в моде, золото, серебро, у нас просто девчата на расхват берут, потрясающие, классные модели. И, кстати говоря, девочки, вот к этим саба навезли огромное количество сумок в серебре. Поэтому обращаю ваше внимание, всегда можем вам подобрать целый лук. Классные, мягкие, легкие, стильные и подо все. Вот смотрите, с брюками, например, они смотрятся вот так, а с платьишком они будут смотреться вот в таком виде. Идеально, и не знаю, я влюбилась.